Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своем ноже лесном под названием Бобер. Этот нож я увидел на канале Чернолесье у Романа. Советую всем посмотреть этот канал. Ну, приблизительно посмотрел, как он выглядит. Пошел, нашел с пилорамы полотно и вырезал вот такой ножик. Сперва рассмотрим сам нож. Вот такой простенький. Вырезан из полотна пилорамы. Для распиловки древесины. Общая длина у меня 31 сантиметр с половиной. Так, ширина лезвия в самом широком месте 4,6 сантиметра, толщина всего 2 миллиметра. Холодным оружием не является. Спуски сделал болгаркой. Такие линзовидные. Гарда из того же материала. Здесь заточено под зубило, чтобы можно было перерубать проволоку. Ну, в полевых условиях, если потребуется. Намотка двухслойная, из паракорда. Вот и все. Ничего особенного в этом ноже нет. Также сшил для него вот такой чехольчик. Внутри проставка пластиковая. Тонкой кожей обтянул. Плюс я еще сшил пенальчик, в котором можно поместить, здесь у меня сейчас лежит огниво и моток веревки. На лето можно комплектовать леской, крючками, спички, ну и все что угодно. Вот такой простенький нож для леса. Всем спасибо за внимание.